Меня зовут Баякима Вадина, я из города Алматы, учусь в Казахстанской национальной академии искусств имени Жигенова на режиссера игрового кино. И сегодня я хотела бы вам представить свой документальный фильм, который называется «Мастер перевоплощений». Он посвящен такому современному виду искусства, как косплей, то есть это когда люди абсолютно с нуля создают кинообразы, образы персонажей из каких-то мультфильмов, аниме, сериалов, компьютерных игр и так далее. То есть они делают это все своими руками. Не думаю, что нужно еще что-то говорить. Хочется только пожелать вам приятного просмотра.